Уважаемые коллеги, мы с Германом сейчас попробуем поделиться своим опытом тестирования настольных игр собственного авторства. Вот, и подробно рассмотрим все этапы, то, как мы тестируем. Постараемся вспомнить все нюансы, подводные камни, которые с этим связаны. Вот, собственно, с чего, наверное, начать? С того, что когда игра придумывается, как бы, можно сказать, первое ее тестирование происходит, условно говоря, в голове. То есть возникает идея, начинаешь прокручивать, думать, что можно сделать лучше, как лучше. Вот. Здесь может быть разный подход. Кто-то сразу сделал и, ну, как бы продумал и сразу готовит прототип. Вот. Я, например, стараюсь выдерживать там неделю, может быть, две, и просто в голове прокручиваю, продумываю, а вот здесь мы такие компоненты, здесь мы сяки используем. То есть, если у меня нет большой спешки, как правило, все-таки игра пришла какая-то идея, я в свободное время, когда там иду на работу или еще как-то, прокручиваю ее в уме, пытаюсь представить игровые ситуации, которые могут возникнуть. И вот мой подход, который я вот еще буду завтра говорить на лекции по балансу, о том, что желательно потратить время на то, чтобы продумать игру, протестировать ее как бы в голове, чтобы у нее уже сама архитектура была продумана, чтобы компоненты были состыкованы, и это, на мой взгляд, экономит много времени. Вот, Герман, а у тебя как бывает вот с таким? На первом моменте можно пользоваться еще, не делать как таковой прототип, а взять там лист бумаги и начать там что-то приблизительно прикидывать. Там есть поле, можно попробовать нарисовать поле. Там есть какие-то элементы, там, написать список там, возможных действий. Просто вот начать какие-то такие вещи выписывать. И на этом моменте это позволяет структурировать игру, понять, что будет нужно, какие компоненты. Ну, понятное дело, что все совсем в голове держать не всегда бывает удобно. Вот, и здесь становится, как тут на первом этапе, хотя бы обрисовывается тот объем работы, который потребуется для того, чтобы сделать хотя бы даже самый первый еще новый прототип. Ну и на этом месте какие-то вещи всплывают, естественно, что чего-то хватает, чего-то лишнее, может быть, здесь сразу же замечено и отсеяно. Что на этом этапе так могу. Да. Вот. Ну, дальше, в принципе, как бы следующим этапом можно уже, когда игра как-то оформилась, хотя бы в голове или на бумаге какой-то пазл сошелся, можно на самом деле, не делая еще прототип именно совсем бумажный, можно действительно попытаться сыграть, ну, грубо говоря, расчертить там поле, если это поле, или как бы представить там карточки, какой игрок какие берет, попытаться сыграть самому собой на листе бумаги или в Excel. Вот мне нравится, например, в Excel там сделал себе цветные клеточки, там выровнял их, и в нем уже можно сыграть и оценить в реальности, насколько то или иное работает. Понятно, что это ни разу не заменит тестов с другими людьми, но это позволит подготовить игру чуть лучше к этим тестам, вот как мне кажется. Вот, Герман, ты как вот на этом этапе? Собственно, для чего это нужно делать? Не для того, чтобы понять, хороша ли игра или нет. Естественно, так делать нельзя, само собой играя. Само собой можно отсеять вещи, которые точно не работают. Сделал ход, понимаешь, что даже сам собой этот ход уже не работает. Все, убираю. Нет смысла нести это людям и выяснять, как собирать людей, печатать, рисовать что-то, вкладывать там в протекторы, тратить кучу времени, потому что выяснить, что даже одного хода сделать нельзя. Это, чтобы это выяснить, достаточно разложить самому с собой, может быть, действительно, даже ничего не рисуя, может быть, просто, ну, если не делая там каких-то компонентов, а просто вот прикинув, работает ход, не работает ход, что-то здесь есть, нет. Ну, вот это можно, вот совсем черновые вещи видны, и на моменте, когда мы делаем, ну, вот такой вот
первые ходы самим собой. Это очень нужно для этого, чтобы не нести тестерам вот совсем не работающую вещь, вот, которая вообще никак не работает. Вот. Да, ну и соответственно, когда мы уже так вот немножко поиграли, поприкидывали сами с собой, дальше уже можно начать делать первый прототип. Часто у начинающих авторов есть ошибка, что они первый прототип делают очень красивым, очень много времени тратят на художественное оформление. Вот. На самом деле, на мой взгляд, и я думаю, что Герман с этим согласится, первый прототип графику вообще делать не нужно, потому что эта графика точно еще будет переделана, еще эргономика компонентов будет меняться, там, ну, в смысле, оформление компонентов будет меняться ради и эргономики, и ради там игрового баланса, еще что-то, то, что будет меняться. Поэтому первый прототип должен быть максимально аскетичен, и он должен быть только, ну, как бы, быть максимально функциональным, но при этом не стоит тратить на него художественное оформление, потому что все равно оно поменяется. Вот это будет просто повторная работа, вот, или вот как Герман, как думаешь, ну, все-таки здесь, имеет смысл? Здесь вопрос, по моей практике, казался философским. Естественно, когда вот, я вижу игру, где там уже там цветные картинки, там еще куча всего красивого сделано, сразу задаюсь вопросом, много ли игра игралась? Игралось немного, то есть, сейчас говоря, люди могли бы вместо того, чтобы делать эти цветные картинки, потратить время на разработку игры. Скорее всего, картинки хорошие, а игра с шансами не очень. Это, конечно, смотреть от раза к разу, но шанс на это всегда есть. С другой стороны, чтобы игра бы игралась, надо, чтобы вот эти компоненты бы все-таки смотрелись бы, работали. Здесь очень сильно зависит от того, насколько как бы это там, первый тест, второй тест, третий тест. Тут, к сожалению, очень сложная и тонкая градация. И понятное дело, что когда я там делаю первичные там, для теста внутри своей группы, где все свои, все понимают, что к чему, там я беру там, бумажки, просто пишу там, карандашом, всовываю в протектор и этим играю. Этого хватает. Вот. Но как только речь идет о том, чтобы игра бы, чтобы нормально бы тестер мог бы в нее погрузиться, нужно хотя бы что-то сделать. Не стоит делать там цветную графику, сложные там картины, не надо. Но минимум сделать нужно, потому что в одном случае тестер воспринимает это все-таки как вот слишком черновое. На моей практике, например, когда я пробовал какие-то механики просто на обычную там колоде карт, не работает. Тестер автоматически переключается на то, что это игральная карта. Вот даже люди, которые все понимают, все хорошо, все равно срывается. Все-таки совсем на этом экономить, как только выходит хотя бы на какой-то круг, уже нельзя. Но надо помнить, что все время, которое вы потратите на это оформление, вы не потратите на разработку. Тут вот минимум, но нужен. Но не больше минимума, по крайней мере, на уровне, вот, там, пока это не является отработанной механикой, которую надо показывать людям, которые будут уже подходить к этому не как тестеры вот именно черновой версии, а как именно уже потребители. Вот. Но здесь, кстати, может быть, на самом деле нам надо начать с того, что рассмотреть вообще, какие этапы есть в тестировании. Но вот я бы выделил вот предварительное такое тестирование в уме как нулевой этап. Дальше первый этап – это может быть тест сам с собой. Это тоже, на мой взгляд, нужно хотя бы из уважения к тестерам, которые потом это будут пробовать. Следующий этап – это уже может быть тестирование в таком ближнем кругу, который можно напрячь сырой какой-то игрой. Вот, или это своя игровая компания, или даже родственники, которые сложно которые стесняются отказать, вот, из которых можно немножко поэксплуатировать. Вот. Дальше это уже нам, как бы следующий этап, это уже некие профессиональные, может быть, тестирование среди коллег. И дальше это уже публичные тесты,
после которых можно выходить на издателей. Вот, и, конечно, в зависимости от того, на каком этапе мы находимся, есть разные требования к прототипу. Понятно, что если мы тестируем публично в широкой там, в гильдии или там, на конвентах вроде Игрокона, Граникона, или выходим на издатель, то, конечно, оформление должно быть уже более-менее аккуратным, приличным, желательно с графикой. Понятно, что ее можно взять там из интернета, не обязательно рисовать самому. Для прототипа это нормально, использовать там какую-то графику. Вот требования разные в зависимости от того уровня. То есть, если мы говорим про первые прототипы, там мы, понятно, не будем тратить много времени на художество, потому что это время, скорее всего, будет потрачено впустую, и это все равно будет переделано. Вот. Если это выходим уже на публичные тесты, где куча незнакомых людей может, соответственно, сыграть, а может не сыграть, там важно все-таки как-то чем-то зацепить, в том числе и графикой, когда она подобрана, когда она красивая, она цепляет глаз. Понятно, что это не то, почему сделают итоговое мнение по игре, но это то, что позволяет зацепить, заинтересовать, потому что вот сейчас вот у нас Граникон проходит, там больше десятка столов, за каждым что-то тестируют, и ну, нужно как-то выделиться, и когда уже продуман внешний вид, он красив, там какие-то фигурки, еще что-то, то, конечно, игра больше интересует сама по себе. А дальше уже игра заинтересует своей механикой, если она там есть. Но зацепить чем-то можно. Ну, впрочем, я забегаю вперед, вот я сказал вот по этапам. Я бы добавил еще один этап, который очень важен, и с которым, пожалуй, сейчас наибольшая проблема, в принципе, в тестах. Ну, сейчас становится потихоньку лучше с тестами, когда это была вообще беда. Грубо говоря, такой краш-тест. То есть, когда мы берем игру, и не просто в нее играем ради получения удовольствия, и там, давай посмотрите, как люди в нее поиграют, а нарочито смотрим, как эту игру можно изнутри сломать. Угу. Берем, а что будет, если я буду использовать вот эту тактику и на все остальное забью? Я проиграю, я выиграю, я не дам выиграть кому-то. Так я испорчу игрокам жизнь. Да. В принципе, как бы вот этот элемент, который сложнее всего делать, потому что надо в этом случае нельзя дать людям просто каким-то людям игру, посмотреть, что происходит. Mm-hmm. Нужно, чтобы люди сознательно внутри игры бы этим бы занимались. Все нужны уже тестеры, которые знают, что они тестеры и готовы этим заниматься. Это самый сложный момент, который, ну, чтобы смоделировать тяжело, но во многих играх было бы неплохо, если бы его применили. Если вы можете вот еще сделать этот этап, то это на самом деле большой бонус для игры получается в итоге. Вот, да, еще вот, кстати, сходная ремарка, которую тоже, наверное, надо было сказать в самом начале, о том, что, ну, опытные авторы это знают, а для начинающих все-таки это стоит отметить, что для игры, чтобы сделать качественную игру, нужно много тестов. Много – это десятки, если игра короткая, то, может быть, и сотни тестов, потому что только так можно отловить и какие-то проблемы с механикой, и также какие-то проблемы с балансом или еще с другими нюансами. Без этого, без там, хотя бы там, 20, 30, 40, 50 желательно тестов, в общем, сделать качественную игру сложно. Если это короткая игра, то тестов, конечно, должно быть еще больше. Вот, или простая. Ну, а теперь вернемся. Значит, мы рассмотрели этап, может быть, тестов совсем в закрытой своей группе ближайшей, из там друзей и родственников. Здесь единственный вот еще нюанс, про который стоит, наверное, сказать, про то, что здесь важно, когда вы тестируете, понимать, кто играет в игру, и если это какие-нибудь там ваша там, грубо говоря, там мама, ваша жена, то понятно, что совсем ругать они ее даже, наверное, не будут, даже если игра полная ужас. Это тоже надо делать такую скидку, потому что часто бывает, люди играют среди своих близких друзей, которые их обижать не хотят, и там типа всем нравится, все замечательно, когда они выходят на публичные тесты,
то выясняется, что игра на самом деле не очень, но они этого не могут принять, потому что ну как же, мы же играли, это все же хорошо было, а то тут пришли злые тестеры и все сломали. Как же так-то? Вот, это тоже надо понимать, что есть своя группа, которая, может быть, вам и не скажет большой критики, а может быть и скажет, надо знать, кому показывать. Ген, у тебя есть еще что-нибудь по этапу такого ближнего тестирования среди своих? Ну, нет, в принципе, наверное, можно дальше переходить, если с этим все ясно. Да. То есть дальше... Они в любом случае, там, в принципе, проблемы одни и те же у нас. Ну, на всех этих этапах. Да. Вот. То есть дальше хорошо, когда у вас есть возможность тестировать в разных группах. Хорошо, если у вас есть возможность тестировать среди людей, может быть, с которыми вы не очень хорошо знакомы, которые, в общем, для которых нет проблем сказать вам, что ваша игра не очень. Вот, для которых, ну, скажем так, вы скорее... Ну, как бы тот, кто немножко напрягает вот со своими тестами. Вот. И, в общем, они вполне и высказаться могут. И плюс желательно иметь разные тестовые группы с разными людьми, разного возраста, разного пола. И, в общем, хорошо при этом понимать, какая у вас целевая аудитория. То есть, разумеется, в первую очередь надо тестировать на целевой аудитории, но желательно также немножко делать шаг вправо, шаг влево. Чтобы понимать, если вы думаете, что, например, вы делаете игру для мальчиков, а она вдруг внезапно начинает нравиться представителям прекрасного пола, значит, может быть, вы неправильно понимаете свою целевую аудиторию. Это тоже надо представлять, вот, и ориентироваться на нее. Есть что-нибудь по своему? Вообще половая дифференциация не имеет смысла, типа, делать игру для мальчиков или для девочек? Это же такая целевая аудитория. Есть. Ну, варгеймы, например, все-таки рассчитаны, например, ну, все-таки скорее на мужскую аудиторию. Есть игры, которые, ну, все-таки скорее будут интересные представительницам прекрасного пола. Хотя понятно, что издатели, наверное, хотят максимально широкую аудиторию и возможность зацепить и тех, и других. Вот. Но понятно, что аудиторию надо расширять, но при этом все-таки понимать, для кого вы делаете игру и какая это целевая аудитория, какие-то вещи воспримет с радостью, а какие-то наоборот нет. Надо представлять, для кого вы делаете, поэтому надо желательно все-таки тестировать в основном на целевой аудитории и на разных ее представителях. И, естественно, надо играть и с разным количеством игроков. То есть, если у вас игра от 2 до 5, надо и при 2, и при 3, и при 4, и при 5, понятное дело, тестировать, потому что возможно, что при 5 игроках она там тоже за таунтайма станет совершенно невообразимой, или при 2 она станет слишком скучной. То есть надо и крайние позиции, и середину, и вообще желательно при всех. Хватить объять необъятно, конечно, нельзя, но, в первую очередь, нужны крайние позиции и основное, как бы, рекомендованное. То есть бывает игра от 2 до 5, рекомендовано 3-4. Вот, нужно и то, и то, и то. Вот. Не, ну, объять необъятное, если мы заявляем игру, то очень хорошо бы объять, бы это необъятное. Да, да. Или убрать это, если игра на двоих не тестировалась, лучше убрать это самое, с коробки 2, так уж, если уж быть честным. Да. Не всегда так уж, конечно, получается в итоге, но мы говорим сейчас о том, как бы хорошо бы что-то было, поэтому да. Хорошо бы вот все-таки провести все. Ну, на самом деле, наверное, может быть, чуть выдвинусь дальше, потому что... Во-первых, про целевую аудиторию. Естественно, надо оценивать, кто люди, которые в это играют. Потому что, собственно говоря, ну хорошо, люди играют. Что с этим делать-то? Ну, сели, поиграли. Как понять, собственно, хорошо это или плохо? Самая большая задача для автора – это, в общем, получить обратную связь. Не просто сели, поиграли, ну хорошо, там, в игру сыграли 100 раз, но я ничего про нее не услышал и решил, что она хороша. Да нет, конечно, надо получить, понять. А вот этот вопрос очень сложный, потому что, во-первых, многие просто стесняются говорить, хороша ли игра или неплоха. Это и в ближнем кругу, и в дальнем кругу, везде эта проблема возникает. Люди стесняются сказать, что им не понравилось, или стесняются сказать, что это вообще было как-то странно.
Это раз. Во-вторых, соответственно, надо понимать, что действительно целевая аудитория может быть разная, если она не совпадает, надо понимать, что вот этот человек, это, то, что он говорит, то есть, ну, в какой степени прислушиваться к этим словам. Uh-huh. С точки зрения, что эта игра не для него, или что игра совсем плоха. Uh-huh. Тут надо понимать, тоже смотреть. Первое, что самое важное, это лучше всего, то есть самый хороший фидбэк автор получает тогда, когда наблюдает, как в игру играют другие люди. Uh-huh. Не по отзыву. Хотя он, конечно, важен, интересен, это все здорово, но когда мы сидим и смотрим за лицами людей, угу. мы в какой-то момент начинаем понимать, вот сейчас ему игроку скучно, вот сейчас игроку стало интересно, вот ему стало интересно в этот момент, а вот сейчас как-то что-то пошло не так, угу. а вот здесь его что-то раздражает. Он потом это не вспомнит, не скажет, даже не то, что он даже, может быть, не хотел там, кого-то обижать, он просто не вспомнит об этом. А вот автор в момент, когда происходит игра, в состоянии это все наблюдать и отслеживать. Uh-huh. Вот это наиболее чистый материал, потому что uh-huh. он не фильтруется, по сути дела, ничем. Uh-huh. Для этого, конечно, нужна идеальная ситуация. У нас есть тестеры, которые могут играть, желательно уже без подсказки автора, но при этом в его присутствии автор просто сидит и со стороны смотрит. Uh-huh. Но вот только так можно получить такую совсем чистую информацию. Uh-huh. Ну и, соответственно, работа с отзывами, она действительно сложная, потому что если мы играем в узком кругу, понятное дело, что в принципе нехорошо. Начиная выносить на широкий круг, мы получаем очень много разных отзывов. Угу. Положительные, отрицательные, странные, советы. Принять их все нельзя. Угу. Приходится в этот момент, когда набирается какой-то вот объем информации, начинать с ним работать, отсеивать то, что принимается, то, что не принимается, понимать, что вот человек просил сделать игру сложнее, но это понравится только вот ему и, может быть, еще вот этому, а при этом не понравится там еще 10 людям. Угу. Принимать выбор. В какую сторону мы игру, под кого из вот тех, той группы тестеров, которые нам дали отзывы, мы в итоге игру будем подстраивать. Сделать игру под всех, ну здорово, конечно, это сделать. Было бы круто. Вот, но реально игра, чтобы нравилась вот совсем всем, такой игры не существует. Уже, шире, но надо понимать эти, вот, эти рамки. Ну и, соответственно, уметь отсеять те советы, те возражения или те похвалы, которые нужны именно в том направлении, в котором игру в итоге продвигать. Ну и, собственно, понять, что это за направление. Угу. Потому что в противном случае очень легко сделать прекрасную вещь, которая никому не нужна. Угу. Это, к сожалению, одна из наибольших проблем для авторов. Угу. Делаешь вещь, которую... Вдруг оказывается, что сделали не туда. Uh-huh. Что целевая аудитория была не та. Uh-huh. Вот это сложный момент, на котором надо работать. Но опять-таки он сработает только если тестов достаточно много. И в разные, да, с разными людьми, в разных компаниях. Я, может быть, еще дополнил бы мысль о том, что слушать надо, безусловно, все мнения и советы, но их имеет смысл обобщать и вот замечать, если вот это мне сказали независимо 3 разных человека в разных компаниях, значит, это действительно проблема. Если там из 20 разных тестеров о проблеме сказал кто-то один, ну, может быть, это проблема этого человека все-таки. То есть здесь надо фильтровать. Действительно, всем угодить нельзя. И надо следить за тенденциями. То есть, если игроки говорят о каких-то общих проблемах, значит, это надо отмечать. И, опять же, надо смотреть, какие игроки это отмечают. То есть, если мы там понимаем, что какие-нибудь суровые гики дружно говорят, что игра простая и примитивная, при этом не настольщики играют с удовольствием, говорят, дайте еще, то, может быть, вы просто сделали неплохую игру для широкой аудитории, ну, а для гиков она неинтересна, ну, так бывает. Вот. Или наоборот. То есть надо понимать, для кого вы делаете игру, и слушать мнение именно из этой аудитории.
Вот. А может быть, еще поговорим про то, как, собственно, стоит работать с тестерами, с отзывами. Вот. Я... Да-да. А вот по вашему опыту, это в какой момент вы выходите в другую компанию? То есть все равно большая часть тестов какой-то одной компании происходит? Ну, у меня как минимум есть две компании, ну, как бы моя личная и вот, петербургская ячейка гильдии. В общем-то, когда и там более-менее правила устоялись и не хочется их менять каждый раз, и там несколько игр отыграно, и вроде ничего после этого, я уже стараюсь ее выкладывать в широкий доступ и просить ее потестировать. Вот где-то, наверное, может быть, у меня в этот момент происходит. Ну, в принципе, мы сейчас говорим об такой идеальной конструкции, которую достигать, конечно, получается тяжело. Потому что какое-то время назад не было, скажем так, и даже сам ячейки гильдии, в принципе, тестировать получалось, ну, кого нашел, с тем тестируешь. Просто кто попал? Вообще выбора не под было. Руку. Так, сейчас есть возможность принести потестировать, есть возможность выложить на взаимотестирование. Плюс, соответственно, у нас ячеек стало достаточно много. Плюс всякие там мероприятия, да, на которые Есть конвенты, там, тоже Граникон, опять-таки. В ряду становится больше. Надеюсь, дальше будет лучше. Мой вопрос такой вот в таком ключе. Имеет ли смысл выносить игру на, скажем так, более широкое обсуждение до того, как у нее наконец правила? Зависит от того, но если игроки игры не устаканились правила, то к игре тесты необходимо прилагать автора. Человек, который знает правила. Это уже ограничивает возможности тестов. Что нельзя отослать ее никому, потому что приходится самому объяснять. Ну, то есть это такой саморегулятор. Нет правил, которые можно отправить, не то без тебя не поиграет. Думаю, здесь все достаточно просто. Ну, и компонент. Он рисует все от руки, и тогда у тебя второго экземпляра, и он не может существовать, если тебе нечего отправить издателю. Ну, чаще проблема с правилами, потому что правило находится в голове у автора, а выложить их на бумагу, это, блин, на самом деле проблема очень сложная. Можно придумать офигенную игру, но при этом не уметь написать ни правил. В общем, если посмотреть там даже западные игры, частенько читаешь правила, думаешь, боже, что мы. А это люди, которые этим занимаются много. Уж у нас проблем еще больше. Правила легко проверяются, на, как ты говоришь, слом, ты просто отдаешь людям коробку. Да, естественно, да. Да, но для этого надо уже написать. Да. Пока ты их не написал, ты их никогда никому не можешь отдать. Такой рубеж. Написал правила, это как бы следующий рубеж, на который ты можешь выйти. Ну, да, только есть правила, ты можешь отдать их кому-то тебе почитать. Да. Вот. Это тоже важный этап, до него мы дойдем. Но сейчас, может быть, еще вопрос, вот, как работать с отзывами. В принципе, я сейчас, конечно, не всегда делаю, но вообще я стараюсь после тестов брать... либо просто листок бумаги, либо даже у нас была стандартная форма, что понравилось, что не понравилось, кто сыграл, сколько игроков и так далее. Записывать результаты, во-первых, для статистики, чтобы понимать, там, если за игру выигрывает всегда там такой-то игрок или там игрок, сыгравший такую-то карту, значит, есть какие-то проблемы. То есть вот какие-то нюансы записывать, во-первых, для статистики, во-вторых, для того, чтобы понимать, какова была динамика игры, то есть сколько играли, если там, то есть понимать, игра там на 20 минут, на час и так далее, то есть это тоже надо понимать. Вот. Дальше, вообще я стараюсь тестеров опрашивать, вот, что вот, тебе лично понравилось, что тебе лично не понравилось. Вот, то есть вот хотя бы такие вопросы задавать. В каждой конкретной игре у меня обычно, когда я его вношу на тест, я выношу как минимум одну какую-то проблему, которую этим тестом пытаюсь решить, понять. Вот это работает или не работает, или вот так ли это работает как надо, или хватает ли того-то, хватает ли всего. То есть меня обычно там от одного до трех, ну там стараюсь не слишком много изменений вводить за раз. То есть какое-то количество вопросов,
которые я хочу от тестеров получить ответ. И, ну, в принципе, часто это можно самому увидеть, но как бы все-таки имеет смысл тестеров спрашивать, потому что вдруг ты думаешь одно, а по факту получается другое. Поэтому вот имеет смысл не просто выслушать все, что тестер сам хочет сказать, но и позадавать какие-то вопросы. И в идеале еще до тестов понимать, зачем ты его проводишь, то есть что ты этим пытаешься выяснить. Понятно, что любым тестом ты пробуешь проверить, нет ли слома, нет ли еще чего-то, но хорошо бы представлять, ради чего ты это делаешь и вот какую специфичную цель выявляет этот тест. Как правило, связан с какими-то последними изменениями. То есть там проблема с тем-то, мы это поменяли, соответственно, добавилось то-то. Вопрос, насколько оно работает. Ну, что-то такого типа. Ну, тут можно обратить внимание, это очень важный момент, что когда мы получаем какую-то информацию, где вносим изменения, лучше всего не делать несколько изменений за один раз. Потому что если мы меняем два параметра в игре, то после этого мы не можем понять при вторичных тестах, какой из этих изменений в итоге сработало или не сработало. Понятно, что если игра там с ним не работает, мы меняем все и, по сути дела, играем в игру заново. Вот если мы уже занимаемся доводкой, то лучше менять один, ну, в лучшем максимум два, которые легко друг от друга отдельно отследить. Потому что в противном случае мы можем изменить слишком много, потом не суметь отмотать обратно, не понять, что мы сделали так или не так. Идеально, если мы меняем что-то одно, проверяем, сработало, оставили, не сработало, меняем еще раз, если меняем что-то соседнее, чтобы посмотреть, может быть, так оно в этой комбинации начнет действовать. Вот. Ну, собственно, вот, не знаю, мне кажется, можно перейти к следующему этапу. И вот важный момент. Очень-очень хорошо, что когда вы более-менее устаканили правила игры, сделали какой-то, набрали из интернета картинок, сделали какую-то графику, сделали прототип, очень хорошо потестировать эти правила, эти компоненты так, чтобы сыграли без вас вообще. То есть, ну, если есть возможность, конечно, хорошо принесли, отдали людям, которые в это не играли, сказали, сыграй. Но часто так не получается, и, в принципе, ну, может быть, здесь можно проводить удаленное тестирование, благо гильдия сейчас это позволяет, то есть можно выложить правила, компоненты, попросить сыграть, человек в другом городе это распечатает, соберет компанию, сыграет, даст отзыв. Это наиболее, в каком смысле, чистый отзыв. Хотя, в идеале, конечно, хочется присутствовать в этот момент, чтобы наблюдать, вот как Герман сказал, это совершенно... Это самом... Вот. Дополнительно... Ну, дополнительно... Да, да. Но, тем не менее, это можно. То есть, там, есть люди, которых можно попросить, есть люди, с которыми можно договориться, давай ты мою игру, я твою. Хотя, понятно, что все заняты, опытные авторы сейчас все, как правило, загружены, у них есть какие-то там или заказы, или заинтересованность от издателя, которые они пытаются доработать, но тем не менее возможность есть, и это очень здорово делать перед тем, как отправлять игру издателю, потому что это вскрывает какие-то непонятные формулировки, кривые моменты в правилах и так далее. Вот, хотя бы, даже пусть если в игру не сыграют, но почитают правила, уже очень часто на этом этапе у людей возникают вопросы, а уж почитать правила, сейчас с этим проблем нет вообще, потому что есть ежемесячный конкурс «Игра месяца» гильдии, и ее любой участник получает по несколько отзывов, ну и сам дает, конечно, какие-то отзывы, хотя бы по правилам это уже довольно много. Лично мне это здорово помогало с моими играми и позволяло уже отлаживать правила перед тем, как их либо издателю посылать, либо в каком-то моменте, может быть, уже даже когда игра заинтересовала издателя, перед тем, как уже сдавать правила итоговые. Вот. Есть что-то добавить на эту тему? Ну, пожалуй, так. Может, немножко вернусь, что не совсем вот упомянули, сейчас я понял, что количество тестов, речь идет не о сумме тестов вообще игры на самом-то деле, а чтобы понимать, что игра хороша, значит, надо сыграть там X. Этот X должен там, может, минимум 1-0, а лучше больше, конечно, хотя это тяжело, от последней версии, то есть от последнего изменения. Да.
Потому что любое, даже самое маленькое изменение в итоге может игру в какой-то момент взорвать, если мы это изначально не проверили. Мы сыграли 500 игр и внесли одно изменение, но надо сыграть еще хотя бы что-то 50. И понять, что вот большим изменений вносить уже не хотим. Сейчас, вот тогда игра оттестирована. Каждое изменение – это еще вот, да, определенный объем работы, который необходимо сделать. Вот. Ну и да, собственно, когда уже все более-менее отлажено, оттестировано, игру можно посылать издателям или показывать. Благо сейчас также есть мероприятия, которые это позволяют. Вот. А при этом, ну вот, может быть, тоже важный момент, что надо понимать, что издатель, скорее всего, если он хороший издатель, он, скорее всего, найдет что-то, что потребуется изменить. Может быть, даже не потому, что это нужно игре как таковой, а просто потому, что игра должна влезать в какие-то позиции, в какие-то ниши в самом издательстве. Может быть, потребуется поменять сеттинг, потому что, вот, предположим, у издателя уже есть игра с тем же сеттингом, надо немножко другую, чтобы была какая-то разнообразие. Может быть, еще что-то. То есть не надо относиться к игре как к священной корове, которой нельзя ничего делать. Издатель, скорее всего, будет менять. Более того, если издатель говорит: о, все окей, сейчас берем и печатаем, честно говоря, это способ, это скорее повод немножко напрячься, потому что, скорее всего... Издателю все равно. Да. А вот это плохо. Вот это хуже всего, наверное. Вот. И хорошо, когда у вас есть кто-то, кто вас проверяет, потому что вы, конечно, знаете игру хорошо, вы ее очень нежно любите, но у вас, во-первых, замыленный взгляд, потому что вы эту игру уже давно видели, уже даже, скорее всего, в вашей компании уже ее много играли, и для них она уже как немножко примелькалась, что-то уже, на что-то вы уже не обращаете внимания. А хорошо, когда есть свежий взгляд. Разумеется, хорошо, когда издатель действительно врубается в игру, то есть не просто, а, здесь вот это надо переделать, а пытается вначале понять вообще, в чем суть игры, в чем соль игры, в чем фишка, в чем фан от нее. Вот, кстати, тоже еще важный момент. Авторам важно понимать, в чем основное удовольствие от игры. Потому что у меня несколько раз было, что менялось в игре очень многое, но сохранялась как бы какая-то основа, которую я даже вначале не считал самой главной, но я видел, что игрокам именно это приносит основное удовольствие. Поэтому, может быть, все остальное надо и убрать. Или поменять, или там простить, усложнить вот какие-то вещи. То есть надо понимать, что игру менять придется, скорее всего, после общения с создателем. Ну, если вы при тестировании честно реагировали на обратную связь, скорее всего, вы уже поменяли, вы уже с этим знакомы, с тем, что игру приходится модифицировать так или иначе. Вот. Есть еще какие-то мысли? Ну, мысль-то очень простая, мне, на самом деле, с этого имело смысл начать, то что, ну да, если вы игру тестировать, надо понимать, что будет больно. Да. Потому что то, что создано вот своими руками, вот, исторгнуто из своей души, тут начинают трогать грязными лапами, пинать ногами, говорить, что это ерунда. Больно, да, что делать? Либо несем ее обратно домой и дома наслаждаемся в одиночестве или с друзьями, либо с этим работаем. Ну, вот, к этой боли надо сразу же морально готовиться и честно принимать. Не вся критика объективна, не вся критика по делу, не вся критика относится к вашей игре, но тем не менее... Все, что вам будет сказано, надо внимательно выслушать, потому что даже если она не относится вроде бы как не по делу, она все равно высказана. Кто-то ее высказал, значит, у него все-таки были на это причины. Надо понять эти причины хотя бы, чтобы понимать, что эта критика не по делу. Так что, если к этому готовности нету, то просто не надо даже пытаться задеваться тестированием. Вот. И сколько бы вы к этому не готовились, все равно в какой-то момент будет больно и неприятно. Да, приходится выходить, выдыхать, возвращаться обратно работать, потому что другого пути нету.
Ну да. И все такое пострадание. Да, и, собственно, ну да, надо понимать, что если как бы вас, вам критикуют, то, в общем, на самом деле, в вашей игре делают хорошо. Потому что, собственно, задача сделать игру насколько лучше, это можно сделать только если игру критикуют, и она меняется. Потому что сделать сразу идеальную игру может, наверное, какой-то величайший гений, но я таких не знаю. Судя по всему, потому что я читал по блогам и западных авторов крупных, все равно игры надо тестировать, все равно они меняются. Тот же Чевичек проходил через очень большие изменения в играх, через десятки тестов, и даже после этого находил поломы. Точно никому не отправлял свои правила почитать перед тем. Ну, это может быть, да. Вот, но тем не менее, да. Но на самом деле не только Чевичек, то другие блоги и заметки я читал. В общем-то, это у всех, что тестировать надо много, игра будет меняться даже у самых-самых-самых хороших авторов. Вот, и это работа, на которой надо быть готовым. Вот. Самый худший отзыв – это все было хорошо. Да. Бессмысленно, бесполезно. Только если действительно игра уже совсем готова к изданию, все это говорят, ну, наверное, хорошо. Но я такого не встречал. Почему? Просто не хорошие игры, когда наберется 20 таких отзывов. Ну да, но вопрос как бы, скорее всего, что-то не так. Да нет никаких комментариев, значит, что-то здесь не так. Либо тестеры не те, либо игра настолько плоха, что ничего, никто не хочет о ней не высказываться. Критикуйте. У меня позиция такая, что есть только две группы полезных тестеров, реально, от которых можно получать какие-то релевантные отклики. Первое, соответственно, те люди, на кого рассчитана ваша игра. Да? Uh-huh. Если вы делаете игру там, для любителей там, научной фантастики там, 12 лет и старше, то не надо как бы спрашивать, как вам игралось, если вы отдали поиграть там, бабушке с сестрой своей, которой uh-huh. 8 лет, я не знаю. Uh-huh. В общем, вы не получите такого ничего хорошего. Вторая группа людей – это просто специалисты из настольной игровой индустрии, которым вы доверяете. С ними вы можете играть в любые игры, потому что, как правило, эти люди найдут вам сказать что-нибудь и про игру для детей там, 3+, и там, про игру там, для хардкорщиков, и про игру, там, типа, как там, девочки в магазине покупают одежду для своего наряжения. То есть они смогут вам что-то полезно. Остальные люди полезного лучше, может быть, даже этого не слушать, потому что информация не будет релевантна. Я, собственно, об этом говорил, просто ну, ситуация складывается, во-первых, так, что иногда не такой большой выбор, приходится тестировать, на ком есть, и работать с этими отзывами. Так что, ну, плюс есть смежная группа, то есть хорошо, как бы, если игра сложная, нам дали там, поиграть детям, они внезапно ее разобрались и сыграли, во-первых, бонус, вау, мы сделали игру, которая работает не только сюда, но еще на соседнюю аудиторию. Ну и все-таки, чем шире, тем лучше, поэтому хотя бы смежные группы послушать надо, ближайшие. А вдруг сработает? Вдруг можно на них расширить, как минимум? Ну, плюс можно понять все-таки, наверное, какие-то вещи, то есть, если игра там слишком сложная, можно понять, какие вещи самые сложные, и, может быть, эти же самые вещи можно ставить, но как-то подать так, чтобы оно было проще немножко. Потому что, на мой взгляд, есть, во-первых, объективная сложность, а во-вторых, есть сложность, связанная с подачей. И вот есть вещи, которые поданы так хорошо, что даже казуалы могут играть в какие-то средние хардкорные игры. Я такое встречал за счет того, что там очень логично все подано. Например, вот не знаю, тут мне лично везло так или как, но в принципе в Энергосеть, которая, в общем-то, игра все-таки хардкорная, все-таки в нее удавалось сажать казуалов, потому что там все логично. Там все логично, там аукцион, ресурсы, все логично. Нет, с людьми с биологическим образованием там. Так что они сидят с калькулятором, да, нет проблем с этим. Но они понимают, потому что все логично. Вот. И вот тоже тут, мне кажется, можно работать не только над тем, чтобы игра была как бы идеально подобна под целевую аудиторию, хотя это важно, об этом я тоже говорил, и Герман говорил, вот Николай сейчас упомянул. Но
вообще говоря, можно работать над тем, чтобы игра была понятна и доступна, и как бы над доступностью, понятностью изложения. То есть иногда плохо изложенные правила усложняют порог вхождения, повышают порог вхождения. И иногда порог вхождения можно искусственно снизить за счет чего-то очень понятного, логичного, если это найти. И вот здесь может быть полезно работать и вне целевой аудитории, но, естественно, это надо делать осторожно, тут я согласен, что не надо слушать, надо понимать, кто это говорит, и делать объективно, как бы подходить к этому, что не обязательно все, что говорит человек, это так, потому что, может быть, он не целевая аудитория, да, безусловно, здесь согласен. Да, у вас верещание поступало, там у него проблема в том была, в его работе с тестерами, что у него очень мало приходит отрицательных отзывов. Потому что с моей точки зрения, мотивационная система не построена таким образом, что люди просто стесняются или не хотят. Потому что им за это что-то дают, да. Бонусный балл, включать в этой программе, бонусный балл, то есть люди ругают. Нет, но то, что Майя тестировалась, я тоже, к сожалению, играл и не послушался, не включился там в диалог. Но там получилась довольно забавная ситуация, то что у меня отзывы были разные на мою игру. Объем тестирования там был, кстати, очень хороший, потому что они там сыграли много. Это было здорово. Но была проблема с тем, что отзывов очень много, и в итоге, не зная, кто были эти люди, так детально, непонятно, какие отзывы, собственно говоря, принимать. Что было? Там 10% понравилось, 10% не понравилось, остальные казались, что это что-то невнятное. Значит, тебе надо там 20% игры изменить. И вот получилось, понятно, что было бы там 80% нравится, да, здорово, 80% не нравится, ну, наверное, выкинуть. Вот. А вот когда получается средний результат, большой разброс, и непонятно, кто были вот эти целевые, кто, то есть... Очень здорово тестирование, но с которым надо еще думать, как вот этот материал подать так, чтобы с ним можно было в итоге поработать. Ну, кстати говоря, вот мы... Да, я немножко дополню, что вот мы, когда с Надей разрабатывали для себя анкету, такую тестеров, мы обязательно указывали, кто играл, возраст, стаж и любимые или игры, или направления, потому что иначе этот отзыв действительно он немножко в никуда. Вот, и мы собирали, сейчас немножко ленимся, но вообще говоря, это надо, это хорошо использовать вот такое профилирование, чтобы понимать, кому игра нравится, кому не нравится. Вот. У нас вообще время потихонечку заканчивается. Я, может быть, напоследок две минутки добавлю один такой момент. В свое время я, ну, там, ребенок, дача, сижу с ним на даче, соответственно, выбраться там поиграть не могу, ни в гильдию, никуда. Я себе придумал простой вариант. Я беру листок бумаги, там, расчерчиваю поле, или потом сделал дома уже на компьютере, потом просто распечатывал. Есть, понятно, не для всех игр годится, но есть большое число игр, всех еще вот почему-то у меня так получается, которые можно играть самому с собой, полностью имитируя ходы игроков. Это не годится для игр с одновременным ходом, это не годится там для каких-то еще игр. Ну вот, мои игры так удавалось сделать. И, в общем-то, это не заменяет, конечно, тесты с людьми, но это то, что позволяет находить какие-то проблемы и как некое дополнение. Потом я уже вернулся в город, я еду в метро, я там продолжаю играть, там карандашиком с резинкой, там отмечаю ситуацию на поле, при помощи генератора случайных чисел заранее выписываю последовательность случайных чисел, которые там на что-то влияют, там номера тайлов, которые выходят, часто очень легко все делается. И в принципе это как некое дополнение к основным тестам может быть полезно. Вот, заодно не скучно в транспорте. Вот. Ну что ж, есть ли еще какие-то вопросы? Три минутки у нас, наверное, есть. Или уже все вопросы были. Если нет, то благодарим за внимание. Спасибо.